ответили, что все сделают в четвертом квартале 2011 года, но никаких мер пригородным РЭС не принято. Кроме того, КТП-320 и КТП-104 давно вышли из строя. Текущий ремонт не производился. Прошу решить проблему. Воды нет, свет подается с перебоями, есть проблемы с газом. Таков нынешний быт жителей поселка Забадан. Выслушать проблемы жителей и найти пути решения представители коммунальных служб попытались на сходе с местными жителями. Сельчане сразу обозначили причины бедственного положения. Старый трансформатор, обеспечивающий электричеством поселок, уже давно требует замены, а прохудившиеся газовые сети – ремонта. Я не смогу снять все проблемы. Моя работа заключается в том, чтобы дать электричество в ваши дома, снять показания счетчика и взять оплату. За другие направления отвечает отдел эксплуатации и другие люди. Особенно много претензий выслушал представитель ТО «Онтустик Жарык» Малик Жатпазбаев. Сельчане жаловались, перебивая друг друга. Газ берет, газ мол, су берет. Газ, свет айтыны, свет хош жазмасын, бір. Мен үлкеміне барам. Ответы представителей коммунальных служб удовлетворили не всех. Мы каждый год подсчитываем, кто сколько потребляет газа и оплачивает. Затем, собрав данные, мы анализируем, какой расход газа, а потом принимаем меры. Все поднятые проблемы коммунальщики пообещали решить, а жители поселка согласились победствовать еще немного в надежде, что коммунальные службы сдержат слово. Данияр Худайбергенов, Бахадыр Тажибаев, Кирилл Мочалин, информационная служба телекомпании «Отрар».